проживя 5 лет в городе Краснодаре, в какой город бы я переехал в Соединенные Штаты Америки? Конечно же, это Лос-Анджелес, Калифорния. Во время больших наводнений люди плавают на матрасах. Также и в России люди плавают после дождей, когда не справляются ливневки, веселясь и играясь в дождевой воде, в воде с канализацией. Красивейшие виды на многоэтажке в Лос-Анджелесе и красивейшие виды на многоэтажке в Краснодаре. Очень много представителей армянской культуры в Калифорнии, также очень много их представителей в Краснодарском крае. Очень много бездомных в Калифорнии, они живут прямо на улицах. Чаще всего им нравится такой образ жизни. Также в Краснодаре есть много районов, где живут очень бедно люди. И чаще понимаешь, что это их образ жизни, потому что они не переезжают никуда. Огромные пробки в Лос-Анджелесе, в Калифорнии, машины еле едут. Трафик там постоянный, круглый день. Только если ехать ночью, не будет пробок. В Краснодаре очень большой трафик. Люди успевают поиграть в нарды, повеселиться, позвонить родственникам. Где бы вы хотели жить, напишите в комментариях.